эту сказку. Хорошо. Это будет история о маленькой принцессе, рыцаре и волшебном слове. Однажды в замке принцессы был праздник, и рыцарь очень спешил к ней. И вдруг по пути на него напал дракон и испортил его доспехи. Но у рыцаря было волшебное слово, и он тут же получил новые доспехи. Рыцарь знал, что принцесса очень ждет его, и боялся, что не успеет к ней до захода солнца. Но одно волшебное слово, и он тут же на верном коне. На единороге? Хорошо, на единороге. Рыцарь не мог появиться с пустыми руками. И опять волшебное слово помогло. Спасибо. Только благодаря ему и добрался он до принцессы. Папа! А волшебное слово это было. Спасибо. Точно. Скачивайте приложение «Спасибо» от Сбербанка. Обменивайте бонусы на скидки до 99%. «Спасибо» — слово волшебное, а скидки реальные.